Вдалося відволікти тактично авіацію Російської Федерації від інших напрямків, і ворог наніс мінімум 323 удари КАБами по території саме Білгородської та Курської області. І, за словами Барановського, операція триває, і зараз її учасники проводять стабілізаційні заходи. А от сьогоднішній удар по Білгороду став відповіддю за атаку на Київ. После сегодняшней ночной, значит, атаки по Киеву, значит, подразделения Легиона Свободы России нанесли также удар ударными беспилотниками по Белгороду. Значит, вот сегодняшняя утренняя информация, что 9 военнослужащих, находившихся на военном объекте, по которому мы нанесли удар, были уничтожены, и 5 человек, 5 членов, там, некие добровольческие формирования также были уничтожены. Соответственно, как Легион говорил, за каждый удар по Харькову мы будем наносить в ответ удары по Белгороду. Так что наша освободительная операция на территории Родины будет продолжаться.